Спасшая жизни четырех человек школьница представлена к награде. Сотрудники МЧС региона удостоили старшеклассницу почетной грамотой. Напомним, 3 мая в двухэтажном доме в Кировском районе загорелась одна из квартир. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Подробнее в материале Екатерины Ковальчук. Грамоту за спасение четырех человек Александра Скрипниченко получает лично из рук руководителя регионального МЧС. Такой благодарности школьница удостоена не случайно. 3 мая 2015 года Александра первая обнаружила серьезное возгорание в своем доме на улице Пугачева. Девочка попыталась взломать соседскую дверь, из-под которой сочился дым, но безуспешно. Тогда она позвала на помощь жителей из дома напротив. Девушка забежала к нам в комнату и... Как сказать, там дым, там что-то горит, помогите. Мы с зять, я, зять и Алешка побежали. Зять кричит Алешке, давай быстрее, как, ломай дверь, если что. Взломали дверь. Еще до приезда пожарных расчетов соседи вывели из горящей комнаты престарелую женщину и трех несовершеннолетних детей. По словам Александры, в момент ЧП она не испугалась. Не страшно, это как... Должное для меня. Она меня знает с пеленок. Хороший человек, и то есть каждый должен, если вот ты помогаешь, то и тебе тоже помогут когда-нибудь. По словам сотрудников МЧС, сегодня все больше юных горожан принимают участие в спасении людей на пожарах. И Александра – еще один яркий пример отваги и бесстрашия. Ведь дом, где произошло возгорание, имеет очень сложную планировку. Дом действительно сложный, 5-й степени огнестойкости, и развитие пожара произошло стремительно, было охвачено огнем уже 25 квадратных метров, и Саша, несмотря ни на что, отреагировала и оказала действительно, наверное, то, что именно достойный, порядочный человек, а в таком возрасте по-другому не могла, наверное, иначе и поступить. Пока юную героиню поощрили лишь почетной грамотой. Но в ближайшее время Александра Скрипниченко будет представлена к награде за проявленное мужество и спасение человеческих жизней. Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.